И теперь подробнее об этих и других событиях. В ближайшее время землетрясение разрушительной силы в Алматы не ожидается. В этом гостей и жителей южной столицы заверил заместитель начальника департамента по ЧС города Алматы Юрий Ильин. По его словам, подземные толчки в Алматы в первую очередь связаны с активностью тектонических плит, вызванных произошедшим в конце марта землетрясением в Японии. Напомним, что за последние сутки в Алматы было зафиксировано по меньшей мере 8 подземных толчков амплитудой от 3,5 до 5,4 баллов. Между тем, Юрий Ильин отметил, что активность земной коры в настоящий момент очень низкая, и, следовательно, ожидать сильных землетрясений не стоит. Кроме того, силы МЧС находятся в состоянии повышенной готовности среагировать на любую чрезвычайную ситуацию. А тех, кто распространяет слухи и несет панику, по мнению Ильина, надо привлекать к административной ответственности. По территории города Алматы нарушение систем жизнеобеспечения, в частности тепла, энерго, газа, водоснабжения, не зафиксировано, поэтому службы работают в штатном режиме. Разрушений никаких это не привело. На территории Алматы, Алматинской области, города Алматы разрушительное землетрясение в ближайшее время не ожидается. Со вчерашнего дня в регионе произошло 8 подземных толчков. Эпицентр пришелся на окрестности села Акпенде. Якпенде в 70 километрах от Алматы. Сила землетрясения накануне в Алматы, городе Талдыкурган и Алматинской области составила 3-4 балла. Толчки ощущались и сегодня ночью. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Департамент по чрезвычайным ситуациям не исключает, что колебания с незначительной силой еще будут продолжаться.